Продолжаем наше путешествие по городу Гаосюну. Гаосюн. Сейчас я нахожусь около речки. Сейчас посмотрим. Кругом цветут растения вдоль берега, причем разного цвета. Речка сама имеет цвет, конечно, темно-зеленый, цвет морской волны, как в Египте и в Турции, все одинаковые. Народу мало, сейчас рабочий день, 2 часа где-то по местному времени. Я сейчас планирую перебираться уже в другой город, переезжать. Сейчас пойду на электричку на местную скоростную и быстренько доеду. Здесь рядом местная церковь Темпо называется, китайская. Я ее фотографировал в прошлый раз, снимал. Ну, на всякий случай, вот перед отъездом уже. Довольно интересно, такое большое здание. Надо будет зайти и сделать пару фоток напоследок. Вот так вот. Жара, конечно, убивает. 27 градусов, 28. И душновато. Однако все ходят, вон они ездят даже в теплых вещах. На мотоциклах. Ну, может, на мотоцикле, конечно, можно ездить, но ходить в куртках для меня жарковато.